Салам, қадірлі ватандашлар, салам, мехриван елдешлер. Мен сізде шуын бір білдіріш ғылан етмекші бұл білдірішті. Human Rights Watch өзінің веб-сайтыны чап еден мағлуматы. Барады болжық бұл мағлуматты шейлерәк дейілі. Яғни, Евросоюзың Орта Азия барадағы жоғапкар, яғни векилі, дәшірі ішілер білен мешғул болян векелі, оның ады Джозеф Баррел, кечен ел декабрді іші башлады. Шол Джозеф Баррелі, яғни Human Rights Watch-ын генеральный директорының үзілінмесі, яғни теклебі барады бігі. Бұ теклепті, яғни Хью Уильямсон, бұ генеральный директор, оның үзілінмесі шейлерәк дейлі. Джозеф Баррел Эділшуын 10 ноябрын 17-сіні Орта Азия республикалары білен, олорың дашары ішілер министрлер білен кечіржек теле геплешігі барады, шол геплешікті хайсы ішілері, хайсы затлары үнс бермәлігіні теклейбе дияр. Орта Азияды адам инсан хақлары бодылянығы барады, ве бұл бодылмаларын өңіні алмақ барады, өе көзөөчілігі дуам етмек барады теклип едер. Месасанам Түркменстан барады ағзап кетші. Мен сізе шол барады күрін көрмекші. Human Rights Watch-ым өз веб-сайтында бұ инглес тіліне берілін, дүнкі число білін, дүнкі, яғни, ноябрын 16-сына чап еділі. Мен бұны сізе дүйін күрін көрмелім, ема еш себепли. Мен оны едбілмедім. Эділ үшуын ноябрын 17-сі күні. Негейджем болса, мен сізе шоны етірейін едім. Бұ 17-сі күні, яғни шол Джозеф Баррел білен, Түркменстанның дәшірі ішілер министрі Рашид Мередов білен теле геплешік кетірілмелі. Шол геплешіклерді де адам хақлары болылмадылығы шоларың өңіні алмақ барады. Хат ашағын чығып кетшімегі, яғни Хью Уильямсон тапсырыя. Қиқа чықыны мазмуны шейлерек, бұл үрән вадип меселе біз түркменлер үшін, біз түркменстанлар үшін, біздің шол тұсоғды отырын бенелеміз үшін, яғни етіп кеден атсыз, яғни етіп кеден біздің бенелеміз барады да айдылып кетілі. Мен сізе хәдір рұсат болса шоны рус тіліне оқап берейін. Дуал көрінішінне. Правозащитная организация Human Rights Watch порекомендовала Евросоюзу сделать права человека приоритетом в повестке дня в Центральной Азии. Обращение размещено 16 ноября на сайте организации. Во вторник, 17 ноября, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Джозеф Баррел проведет дистанционную встречу с министрами иностранных дел Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Это первая встреча Барреля с представителями этих стран. Он вступил в должность в декабре 2019 года. Human Rights Watch считают, что именно на этом мероприятии Евросоюз должен будет потребовать большего внимания к правам человека. Евросоюз должен ясно дать понять, что большая поддержка региона связана с подлинными реформами в области прав человека, заявил директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон. В обращении организации перечисляются примеры нарушения прав человека в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, и затем подчеркивается. Наконец, в Туркменистане, самой репрессивной стране в регионе, невозможно определить точное количество людей, лишенных свободы по политическим мотивам. Многие люди остаются насильственно исчезнувшими, некоторые на срок до 18 лет. Правительство жестко контролирует распространение информации.
опасаясь серьезных социальных и экономических последствий. А нехватка субсидируемых продуктов питания ставит под угрозу получения благополучия людей. Также в обращении говорится, что эпидемия COVID-19 оказала серьезное влияние на все страны Центральной Азии, в том числе за счет негативных экономических последствий. Отмечается, что правительства стран региона пытались ограничить доступ к информации о распространении вируса и ограничили свободу выражения мнения дискриминационными и произвольными методами. Туркменистан еще не признал наличие COVID-19 на своей территории. Human Rights Watch отмечают, что новая стратегия Евросоюза по Центральной Азии, принимая в 2019 году, предоставила возможность выступить за соблюдение стандартов по правам человека. Правозащитники считают, что эту возможность необходимо использовать. Вот Мавмонвар Буйерде, яны Айделиан Датлер, Инфермель Датлер, Шол Адамларын, Интан Хакларын Бодулианлыгыны, Шоларын Исынны Дурып Кечмеллыгыны, Аны Тап Кечелер. Ина Адамлар Бүгін Нефип Болса Шол Решит Мередов Билен, Джозеф Баррелин, Гурлундашлыгы Кечерленнер, Бүгін Ием Хәдір Фағат Кеч, Олар Ием Гүрлешеннерлер бүгін Иер Билен. Егер нейрлерді болса да, көзіліп тапалин, бұны діңләлін күріңдәшілік нәм хақта кедіптір. Өе, жонан сон көз етірірс, бұлар доғырын айдып білелер ме, я интегім көз бой отшылық едіп кеділіелер ме, бар әденеттіліклеріне, пысып жолықларыне. Йөні бір беген риандат, шол Human Rights Watch, хем Евросоюдың яңқи, Дашаришлер бөлімі барадағы жоғапкәрі ішкәрі, яғни векелі Орта Азия бойынша, Джозеф Баррел, белкі Түркменстаны белінің аясына алар деп тама айдияс, белкі бізіңем тұсағдағы отырын бенелімізі бошатмаға белкі көмегдегір деп түшінен тама айдиян. Оның әмі адамлар сау отырын, ғош сау олың, еніде көршіз.